Не, ну, слушай, смотрите, какая парочка. Встретили друг друга, влюбились до безумия, теперь жить не могут по отдельности. Это пингвин. Это про пиар, про пиар. Скажите, да, не идет? Пиар. Я думал, тебя Таня пиарит за балдахином. Пиар, пиар, Йося. У нас еще один есть, но его пока нельзя пиарить. Крутой. Йось, может, хватит, да? Может, он себя фоткает. Он в селфи делает. Саша снимает? Он фоткает? Он приблизил, да, наверное? Покажи щель, Тань. Урод! Я понимаю. Идиллия. Будущее или бывшее? И тут же будущее или бывшее? Кого же по итогу выберет Ромашов? Это останется загадкой. Это факт.